знакомство. Статистическое ведомство Таджикистана уточнило численность прибывающих в республику туристов. Она в десятки раз меньше ранее обнародованных данных Комитетом по развитию туризма при правительстве Таджикистана, пишет издание «Азия Плюс». По данным статистического ведомства Таджикистана, в первой половине текущего года страну посетили 604,2 тысячи иностранных граждан. Из них 524,8 тысячи человек по личным целям, в частности, это сотрудники международных организаций, бывшие граждане Таджикистана и другие, а количество туристов составило 23,7 тысяч человек. Примечательным является то, что председатель Комитета по развитию туризма Нумон Абдугафорзода, выступая перед депутатами Нижней палаты парламента в конце апреля текущего года, в своем отчете преувеличил цифру, сказав, за три месяца 2019 года в республику прибыло 215 тысяч туристов, что по сравнению с этим же периодом 2017 года больше в один раз. Это хронический синдром у всех ведомств не только в Таджикистане, но и в целом в регионе. Так, например, майские события в Андижанской области в Узбекистане перед визитом президента Мирзияева в регион местные власти заселили сотрудниц одной из фабрик в новые коттеджи. Под видом, что им со стороны государства было выделено бесплатное жилье для малоимущих. А после отъезда Мирзияева оказалось, что все это было постановкой для отчетности, и тут же этих жильцов выселили. Также накануне журналистам «Хроники Туркменистана» стало известно о приписках в отчете по сбору пшеницы. В конце июня официальные СМИ объявили о сборе более 1 миллиона 600 тысяч тонн пшеницы, то есть больше 1,6 миллиона тонн, которые надлежало собрать по государственному плану. Но источники рассказали независимым журналистам, что в реальности вице-премьер доложил в аппарат президента о сборе 845 тысяч тонн зерна.